В ноябре 2022 года в состав Атомфлота вошел универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22-220. Характеристики атомного ледокола проекта 22-220 «Арктика». Длина 168,2 метра, водоизмещение 33 540 тонн, экипаж 54 человека, мощность грибной установки 60 мегаватт, это около 81,5 тысячи лошадиных сил, что делает его самым мощным ледоколом в мире. Ледопроходимость до 4 метров. Ледокол способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледовом поле толщиной до 2,9 метра, что соответствует ледовому классу Icebreaker 9. Кроме того, он оснащен вертолетной площадкой и ангаром для базирования вертолетов типа К-32 или Ми-8. Ледоколы 22-220 приходят на смену проекту 10-521 одноименного типа «Арктика». В сравнении с атомоходом 50 лет Победы, модернизированного проекта 10-521 с 10-метровым экологическим отсеком, проект 22-220 стал длиннее на 8,6 и шире на 4 метра. Увеличение ширины ледокола позволило увеличить скорость движения проводимых судов и ширину прокладываемого канала. Экипаж за счет автоматизации удалось уменьшить в сравнении с предыдущей «Арктикой» со 106 до 54 человек. Также у проекта 22-220 мощность грибной установки повысилась до 60 мегаватт. За счет этого скорость по чистой воде выросла с 21 до 22 узлов. А вместе с новыми обводами корпуса это увеличило ледопроходимость с 2,25 до почти 3 метров. Кроме того, проект 22-220 универсален и способен заменить сразу два типа атомных ледоколов – «Арктику» и «Таймыр». Ледокол 22-220 оборудован специальной быстродействующей балластной системой, позволяющей в течение 4 часов менять осадку. Благодаря этому он может эффективно работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах сибирских рек. Раньше для захода в устье рек приходилось использовать отдельные ледоколы. СГУП «Атомфлот» на строительство ледоколов 22-220 было заключено 4 контракта. В 2012 году на строительство головного, в 2014 на первые два серийных, в 2019 на следующие два и еще на два ледокола в 2023 году. Строительством атомных ледоколов проекта 22-220 занимается Балтийский завод в Санкт-Петербурге. К началу 2023 года Росатомфлот получил 3 универсальных атомных ледокола «Арктика». Один ледокол был спущен на воду в 2022 году. Еще один был заложен в 2020. Посмотрим на темпы строительства атомных ледоколов. Среднее время от закладки до спуска на воду – 2,5 года, а среднее время от спуска на воду до передачи флоту составляет около 4 лет. На этом все. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии.